Ароматное жаркое в горшочках по-домашнему. Сытное, нежное, очень вкусное блюдо, запеченное в духовке. Готовится легко и просто. Итак, подготавливаем продукты. Нарезаем кусочками мясо, сырой картофель и морковь, очищаем и нарезаем кубиком. И режем лук и чеснок. На дно горшочков кладем картофель, мясо, морковь, чеснок, лук и сверху еще слой картофеля. Солим каждый горшочек по отдельности и добавляем еще, по желанию, приправу к мясу. Теперь делаем заливку. На 2 горшочка объемом 500 мл, 3 столовые ложки сметаны, черный молотый перец, копченая паприка, 40 мл воды. И все хорошо перемешиваем. Разливаем в наши горшочки и доливаем в горшочки воды примерно по 100 мл на горшочек. Но вода не должна быть выше плечиков, потому что в духовке горшочки будут выкипать. Закрываем крышками и ставим в холодную духовку на 1 час. Температура 200 градусов Цельсия. Подавайте картофель на стол в горшочках. В качестве закуски прекрасно подойдут соленья, огурчики, помидорчики и капуста. Советую приготовить такое блюдо и порадовать своих близких. Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита!